Друзья, всем привет! С вами Boston Technic, меня зовут Евгений. Хочу в данном видео показать вам трактор 2014 года выпуска в отличном, в изумительном техническом и внешнем состоянии МТЗ-82. Сейчас мы с вами поближе его рассмотрим. Друзья, начнем с минусов данного трактора. Их нет. Полностью обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации данный трактор. В изумительном состоянии навеска. Вон без нареканий. Потеков нигде абсолютно нет. Резина где-то 80-90% остаток. Все работает. Обратите внимание на подушки. Состояние новых. Трактор 2014 года работал в коммунальном хозяйстве. Был установлен передний отвал для чистки снега и щетка. Нагрузок на себе больших не испытывал. Все работает, все горит, все светится. Коробка, мосты проходили полный ремонт. Сейчас трактор без каких-либо проблем и нареканий будет радовать долгие годы. Кабина в отличном состоянии. Все для вас. Наработка минимальная. 2338 моточасов. Работает трактор ровно. Давление в норме. Сейчас прокатимся с вами. Коробка включает без хрустов, без посторонних каких-либо шумов. Все плавно, все аккуратно. По наличию, как видите, у нас имеется К-701. В идеальном состоянии, полностью восстановлен, отреставрирован. Осенизатор, самосвал. 1221 трактор. Сеялка. Много из оборудования, чего есть по наличию. Обращайтесь к нам, мы вам поможем. Подберем идеальный вариант по отличным ценам. Друзья, в процессе передвижения я вам устроил мини-экскурсию по нашей площадке, но видео вам не передаст того качества, той атмосферы, техники, запаха масла, солярки, как вживую, если бы вы посетили нашу площадку. Ждем вас по адресу город Ставрополь, улица Коломийцева, 29. Есть кредит, лизинг, трейд-ин. Можем устроить тест-драйв. Очень много чего есть из навесного оборудования, сеялка, плуги, культиваторы. Поможем вам подобрать технику и оборудование для ваших задач. Ждем вас.